Всем привет! Сегодня мы с Алиной покажем вам, как делаются рисунки с помощью аэрографии. Вот у нас есть такая заготовочка. Это у нас что будет? Картинка. Да, это у нас будет картинка. Вот у нас есть такой вот аэрограф. Сюда вставляется вот такой вот флакончик с красками. Они меняют цвет. Да, разные цвета у нас есть. Как они все катятся дружно к Алине. Они вставляются вот сюда. А сюда нужно дуть для того, чтобы вот мы такого хамелеончика сделаем. И вот это становится еще синим. Угу. Ну что, начинаем? Что мы будем красить и каким цветом? Давай то, что сейчас есть, давай, давай цветочек. Давай. На, вставляй. Ну, давай, иди. Ну что, давай, дуй. Во всех сил. Давай дальше. Оно вообще-то классное превращается. Ну да. Потому что мы покрасили активатором. Ой. Хорошо. Приступаем дальше. Какой дальше кусочек будем красить? Так, тогда мы вот это убираем. Каким ты цветом будешь? Ой. Оно феет уже. Так, что мы дальше будем? Вот эту палочку. И следующий цвет. Еще помню. Ну, дуешь? Что не получается. На, еще попробуй. Нет. Еще есть. Где я и крышка? Пиши. Это хочу.
Так, и сделаем вот этот вот желтым. Или какой он там получится у нас с активатором. Это хамелеон. Получился зеленый. Да, такой желто-зеленый. Доставаем. Давай. Угу. Так. Получится у нас получилось. И вот у нас получился вот такой хамелеон. Такой красивый. Угу. Ну что, понравилось тебе так рисовать аэрографию? Да. Еще такие вещи будем покупать? Да. Ну что, тогда всем пока-пока. Ставьте лайки. И подписывайся на канал. Ринка-синка. Всем пока.